Хорошие фотки, в общем, чтобы ты мне, а потом, да, ни одной фотки дома нет. Да, как учишься? А вот что, семья хорошая? Христос воскресе из мертвых, смертью смерть по поразению. Куда погибнут грешницы от лица Божия, праведницы за воскресенье Отца. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть покров, Иисусин на гробе живут дорогоемся и воскреселимся. И ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Господу помолимся. Услышь мне спасение душ наших, Господу помолимся. Помилуй всего мира благостояние святых Божьих. О святом храме всем и с верой, благоговением и страхом Божьим ходящим вон. Господу помолимся. Господи, помилуй. О великом Господи, я Господу помолимся. Господи, помилуй. О Бога, храним и стране нашей, властей и воинстве я. Господу помолимся. Господи, плавающих, путешествующих, недугущих, страждущих, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Господи, яко подобает тебе, Христос, Бог наш, еже на ней рукописание, пригвозди, душа моя на Господа. Сорху ангелу Господин Христову воскресение, Твой бы есть избавитель из подуш ноших, и в слове страшной крепкой силе, Боги грядет судить и мир, и Гоже создал. Слава Господу, же слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Спасителю и преспоющего Богою, благодати пришедших, я тоже Бога не хорошо помяю, так и дело родить чудеса. Сказал еси в людях тело Твое, Твояй,
сегодня, яко помяну от начала чудеса Твоя. И сподобитесь она. И мудрость простит нам, и держебях ученицы его собрани страха ради иудейского, возрадовавшейся же ученицы, видевши Господа, рече же ему Иисус таки, мир вам, яко же послами Отец, и аз посылаю вы. И се рек дуно и глагола им, примите Дух Свят, им же отпустите грехи, отпустятся им, и им же держите держаться. Помажу им от обоюнадисти благодарим и близнец, не бету с ними, когда прииде Иисус. Глаголов уже ему друзья и ученицы, видихом Господа, он же речей, аще не вижу, на руку его язвы гвозди меня, и вложу перста моего в язвы гвозди меня, и вложу руку мою в ребра его, не ему веры. Благослови всех прежних почивших, отцов и братьев, прибежащих и посуд православных. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, милость Твоя, во веки руку Твоей не презри. Исполни вечернюю молитву нашу, Господи, Вилуси. Господи, христианские кончины живота нашего без боли, со всеми святыми помянувшие сами себе и друг друга, и весь живот наш, истинный Бог наш, молитвами пречистая своей Матери всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбец. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Архипастырем, пастырем, диаконом, монашествующим и всем верным чадом Русской Православной Церкви явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков. Возлюбленные о Господе, преосвященные архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры, в ночь, пронизанную божественным светом, исполненную великого торжества и духовной радости о владыке мира, победившем смерть, обращаю ко всем вам древний возглас, непоколебимо свидетельствующий о нашем неизменном уповании. Христос воскресе! Воистину воскресе! Постичь хоть в малой мере то, что произошло почти 2000 лет назад в лоне святозарного гроба Господня, желали многие поколения святых мужей и жен. Они стремились сделать доступным нам, насколько это возможно для ограниченного человеческого разума, ведение сей дивной тайны, совершившейся в погребальной пещере близ старых стен Иерусалима. Искали образы, которые бы приблизили нас к осознанию поистине кардинального изменения, произведенного Богом в ту ночь во всем мировоззрении. Святитель Иоанн Златоуст так пишет об этом событии. «День воскресения Господа нашего Иисуса Христа – основание мира, начало примирения, прекращение враждебных действий, разрушение смерти, поражение дьявола. В свете
сказанного особым смыслом, наполняются для нас слова первоверховного Павла, уподобливающегося восстание Спасителя от гроба новому творению мира и созиданию нового человечества. Кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Читаем мы в апостольском послании к Коринфянам. Воскресение Господа Иисуса – главное содержание христианского послания миру. Только благодаря Голгофской жертве, неразрывно соединенной со славным воскресением, обретают смысл и ценность все человеческие дерзания, направленные к источнику всякого блага. Жертва Христова стала ответом на предпринимавшиеся людьми разных культур и традиций попытки поиска живого Бога, ибо, по слову Священного Писания, Господь нелицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий праведно, угоден Ему. И Он хочет, чтобы все спаслись и достигли познания веры и истины. Эти напряженные усилия воплощали в себе чаяния и надежды миллионов людей в разные времена, тщетно искавших возможность преодолеть свое плачевное состояние и обрести подлинную жизнь и жизнь с избытком. Совершилось предначертанное от века. Отныне смерть не имеет более такой власти над человеком. И теперь, как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Потому Пасха и является важнейшим христианским праздником. Что униженный и истерзанный Иисус из Назарета, осиянный божественной славой, воскрес в третий день и путь сотворив всякой плоти к воскресению из мертвых. Да будет сам вся во всех первенствуй. Сегодня Христос вновь зовет всех нас на пир веры, пир царствия, призывая вкусить от плодов Его искупительной жертвы, напиться воды, текущей в жизнь вечную. Однако наше единство с Господом не может ограничиваться лишь участием в богослужении или личным молитвенным усердием. Оно должно в полной мере отразиться на всех сторонах нашей жизни. Мы не можем пребывать в беззаботном праздновании, зная, что рядом есть люди, не обретшие радости жизни в Боге, страдающие, скорбящие, одинокие, обездоленные или мучимые болезнями. Нашей святой обязанностью является забота о том, чтобы имя Христово восхвалялось повсюду, дабы люди, видя добрые дела, совершаемые во славу Божию, приобщались к вере православной, обращали сердца свои к Отцу, который на небесах. К сожалению, злая человеческая воля и дьявольский соблазн все еще действуют в мире. Но унынию не должно быть места в нашей душе, ибо, несмотря на все беды, катаклизмы, конфликты и противоречия, мы знаем, что Господь победил мир, восторжествовал над грехом и смертью. И потому мы имеем возможность свидетельствовать словом и делом о благодати, подаваемой нам через общение со Спасителем, благодаря пребыванию в Его Церкви. Будем же усердны в исполнении евангельских заповедей, дабы и ближние, и дальние, следуя нашему примеру, возжелали приобщиться к торжеству веры и богатству благодати, неспосылаемый от Бога на всех верных чад Его. Паки, призываю всех вас с величайшим, поздравляю всех вас с величайшим праздником Пасхи, праздником воскресения Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, Ему возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Воистину Христос воскрес! Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Москва,
Пасха Христова, 2017 год. Успенский Патриарший Собор Московского Кремля. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Дорогие собратья, отцы, братья и сестры, сердечно поздравляю вас со светлым Христовым воскресением Пасхи. Пусть Господь через свое воскресение принесет в ваши сердца и души мир, любовь, долготерпение, понимание, сострадание к ближним нам людям. Пусть Господь благословит все ваши добрые и благие начинания и дарует вам силы и веры, что Господь будет всегда с вами рядом. Помоги всем Господь! Христос воскресе! Воистину воскресе! Блин, они склеились.